Отгадайте, с кем мы сейчас будем играть? Красный нос, в руках метелка, проживает рядом с елкой. К холодам давно привык. Белоснежный снеговик. Вот какой снеговичок пришел к нам сегодня в гости. Его можно помять, делается он из носочков и крупы. В светлый носочек насыпаем любую крупу – перловую, рисовую или гречневую. Отрезаем две веревочки. Делайте всегда двойной узелок, чтобы веревочка не развязалась. А лишние кончики отрезайте. Вот такой мешочек должен получиться. Из верхней части носочка сделаем шапочку. Из второго цветного носка сделаем шубу снеговику. Приклеим глазки, нос и пуговки. Ой, ребята, наш снеговичок стал живым.